Всем привет, меня зовут Антон Гинзбург, и сегодня у нас обзор на корейскую бас-гитару Spector NS2A 1988 года. А за предоставленный бас огромная благодарность, респект и уважуха Александру Шлезингеру. А вместо предисловия мы уже с вами разобрали вкратце историю бренда Spector, а сегодня у нас на обзоре бас из так называемой эры Крамер. Так называли басы Spector, которые были произведены на заводе Крамер в Корее в период с 1986 по 1991 год. Характерными чертами басов Spector, произведенных в ту пору, является то, что, во-первых, электронику ставили не EMG, как на чешские и американские модели, а ставили пассивный Spector родные, а также преамп встроенный, ХАЗ, так называемый, он ставился как на спектры, так и, собственно, на басы Крамер, произведенные в ту эпоху. А в остальном форм-фактор модели NS, о котором у нас уже было в прошлом выпуске, ссылка на него будет в описании. Также бас из клена полностью, фурнитура и, собственно, все остальное повторяет американские и европейские модели. А теперь, перед тем, как мы перейдем к общим впечатлениям и описанию, интересное такое лирическое отступление. В среде басистов и гитаристов сложился такой четкий стереотип, что инструменты, произведенные в Корее, в Китае, а если мы будем копать еще раньше, то и японские, то есть вот инструменты известных брендов из Америки и Европы, сделанные вот в этих азиатских странах, то что это какой-то вообще шлак, мусор, то, что это просто вот налепили известный бренд, скрутили ценник, а так это как бы халтура, которая совершенно не заслуживает какого-то внимания. А в последние несколько лет этот тезис, конечно, уже не такой категоричный, какой был раньше, потому что, ну, все-таки вот эти, ну, я не буду перечислять все бренды, да, потому что сейчас, ну, практически все такие более-менее большие фирмы перенесли серийное производство и в ту же Корею, и в Индонезию. Но, опять же, был очень такой длинный период, когда считалось то, что вот кроме какой-то формы, с оригиналами эти инструменты имеют мало общего и вообще никак к этому не надо прикасаться. Пожалуй, последние лет так 5-10, конечно, качество инструментов, которые там производятся в Азии, оно заметно выросло, и люди уже не так категоричны. Но, тем не менее, чуть забегая вперед, могу сказать такую интересную вещь, что вот данный конкретный бас меня очень вполне себе впечатлил, и я даже такую скажу, может быть, для кого-то крамольную вещь, он мне понравился намного больше, чем Spector чешский 2007 года, который недавно был у нас на обзоре, и сейчас объясню, что и как, и почему же так вышло. Ну и начнем от общих ощущений от игры, качества сборки и все, что с этим связано. Во-первых, по, в принципе, тактильным ощущениям нет никаких там острых углов, так сказать, каких-то тут неотесанностей и прочего. Инструмент очень удобный. Гриф в обхвате, как мне показалось, чуть-чуть потоньше, что, ну, лично для меня тоже как-то более предпочтительно. По весу он немного мне показался легче, чем европейский. Как уже говорил, ваша спина вам скажет спасибо. Вот. Ну и в целом сделано все очень здорово. Да, конечно, бас уже не такой беленький, как должен быть. Он такой уже больше кремовый. Понятное дело, он это сказалось время эксплуатации инструмента, но тем не менее он видно, что сделан очень аккуратно и с инструментом очень аккуратно обращались. По фурнитуре все отлично работает, несмотря на возраст. Да, колки, кстати, немецкие, Шалер фирменные. Они уже, конечно, немного так тяжеловато ходят, но время их не пощадило. Собственно, что и говорить, у меня вот на стримере 87 года такая же история, но это можно простить за возрастом. На бридже, в отличие от более современной европейской версии, нормальная регулировка мензуры. У каждого седла стоит винт, и для того, чтобы отрегулировать мензуру, не требуется снимать струны, передвигать седло вручную, устанавливать их обратно, а все по классике нормально крутится. Почему они от этого отказались, мне не очень понятно, ну да ладно.
Значит, по электронике все исправно, прекрасно работает. Нет никаких шуршаний, фонов и прочих неприятных спецэффектов. Значит, как я уже сказал в начале выпуска, звукосниматели заменены на EMG, на какую-то достаточно старую модель, судя по старому шрифту логотипа на надписях. Преамп Вадима Панкина Bass Custom TWB2, который, кстати, у нас на европейском спектре тоже все прекрасно работает. Из регулировок здесь баланс, громкость, низкие и высокие частоты. Ну, давайте послушаем. Теперь, переходя к общим впечатлениям, стоит упомянуть один интересный момент. Как я уже говорил, да, вот если сравнение брать с европейской моделью 2007 года, здесь также у нас корпус из клёна, тоже звукосниматели EMG, тот же Preamp Bass Custom стоит, да. Но я, если вы помните, упоминал про такой интересный момент, то, что у европейского спектра была как бы такая компрессия дополнительная. Опять же, да, для кого-то это плюс, для кого-то это минус. Вот этот бас мне показался, наоборот, более живым и отзывчивым. То, что он более четко реагирует на изменения динамики со звукоизвлечением, на какие-то нюансы, и более
так ровно садится в микс, как в студийный, так и в концертный. Ну и помимо прочего, у меня получилось взять данный бас на концерт в клуб «Бейс» с группой «Монгол Шоудан», который прошел 12 января. И как раз-таки я переключился со стримера на спектр уже в такой заключительной части концерта, когда у нас есть треки и какие-то такие боевички, и разряженные больше к балладам. И, как мне показалось, и согруппником в том числе тоже, то, что бас замечательно сел в микс. И, ну, давайте, собственно, послушаем, что тут говорить. И резюмируя, стоит отметить какой момент. Несмотря на корейское происхождение, бас этот звучит прекрасно, он отзывчивый, он вариативный, он, я считаю, отлично подойдет в различные жанры, будь то тяжелая музыка, будь то какая-то легкая. Вот. И если вам нужен какой-то хороший, крепкий инструмент, как для концертов, в том числе таких крупных, достаточно, может быть, каких-то фестивалей прям таких мощных, так и для студийной работы, я вам могу его смело порекомендовать. И не надо, опять же повторюсь, обращать внимание на корейское происхождение. Это скорее исключение из правил. Но есть один нюанс, то что именно вот эту старую корейскую линейку, так называемый спектр эры Крамера, не так легко сейчас достать. Да, они, в общем-то, стоят в адекватном ценовом диапазоне на момент записи ролика, это январь 2024 года, но, тем не менее, поискать стоит, даже на зарубежных каких-то площадках его не так легко найти. Но вы имейте еще в виду, что из-за рубежа сейчас проблематично какие-то инструменты доставать.
Вот. А в остальном мы однозначно ставим лайк этому басу и рекомендуем. Ну и я напоминаю то, что если у вас есть какие-то редкие инструменты, какие-то кастомы, какие-то серийные инструменты с интересными модификациями, как вот этот, например, и вы хотите, чтобы я сделал на него обзор, пишите, и мы с вами обязательно договоримся. А те, кто хотят прокачать свои навыки игры на бас-гитаре, подкачать теоретическую базу или научиться с нуля, я всех приглашаю на индивидуальные занятия как в очном, так и в онлайн-формате. С вами был Антон Гинзбург. Всем пока и до новых встреч!